Это внушительное строение расположено рядом с населенным пунктом Мецпей-Рихо. Каждый раз, приезжая сюда, не могу отказать себе в удовольствии прогуляться. Дверь открыта. Давайте зайдем внутрь. Сегодня это укрепление времен британского мандата является туристическим аттракционом и любимым местом молодежных тусовок. Из бойницы открывается потрясающий вид на иудейскую пустыню. Когда идешь по этому мрачному лабиринту, дух захватывает. После полутьмы боевых ходов приятно снова оказаться на солнышке.